В 2014 году Институт информационно-полиграфических технологий вошел в состав Крымского федерального университета, а через год он стал одним из факультетов Таврической академии. 13 апреля факультет информационно-полиграфических технологий отметил свой третий день рождения. Празднование началось на площади у главного корпуса, где собрались студенты всех направлений подготовки. С поздравительным словом к присутствующим обратился декан факультета Олег Назаренко. Мы самый молодой, самый перспективный, самый юный. Самый прогрессивный факультет в Таврической академии. Ну, своим студентам я могу пожелать только успехов, хороших преподавателей, успешной сдачи экзаменов, зачетов, быть востребованными на рынке труда, ну, обогащать наше общество своими знаниями, своим трудом. И нести в свет самое доброе, светлое и разумное. На факультете информационно-полиграфических технологий осуществляется подготовка обучающихся по четырем направлениям. Технология полиграфического и упаковочного производства, реклама и связи с общественностью, издательское дело и графика. Студенты каждого из них выбрали в качестве отличительных знаков голубой, пурпурный, желтый и черный цвета, так как с их помощью создаются все печатные оттенки. Мы все одна команда и желаю всегда, ну, больше креатива, творчества и фантазии, и хорошего настроения, конечно же. Наш цвет черный. Наша команда – это племя черного пера. Ну, так как мы графики, мы пишем перьями. После масштабного шествия студентов, которое в этом году впервые вошло в программу празднования Дня факультета, прошел квест «Большая битва ФИПТ». Он начался с творческого представления команд. Да, я участвую в квесте, настроение у меня супер. Всем хочу пожелать любви и удачи в жизни. И достижение своих целей. А мы готовились, мы подготовили песню и танец. В ходе квеста студенты продемонстрировали свои таланты, а также ловкость и скорость. Команды активно боролись за звание лучшего направления подготовки. Следующим этапом праздника стало торжественное открытие традиционной выставки кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции «Искусство и интеллект», где представлены художественные работы студентов и преподавателей. Она приурочена ко Дню российского полиграфиста, который отмечается 19 апреля. В рамках выставки все желающие смогли увидеть, как создаются настоящие картины и принять участие в печати открыток. Появляются мастер-классы. Мастер-класс по эстампу. И здесь же у нас выставлены лучшие работы студентов по эстампу. И одновременно любой посетитель может напечатать полюбившуюся ему форму, которая есть, и понять, как это делается, насколько это трудоемко, увлекательно, интересно и дает возможности художнику, студенту экспериментировать именно с этой видом печати. В завершении торжества прошел праздничный концерт, темой которого стала работа телевизионного канала ФИПТ-ТВ. В его ходе состоялось вручение неформальной премии «Золотой Гутенберг» лучшим студентам и преподавателям факультета. Ольга Якименко, Яна Пойманова, Сергей Мельник, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.